Всем привет, ребята, меня зовут Леся, и я немного простудилась, поэтому прошу не обращать внимания на мой странный голос и на то, если вдруг я начну шмыгать носом. Ну и, конечно же, постараюсь этого не делать. Сегодня я бы хотела связаться с нашими любимыми крутыми блогерами. Я надеюсь, все поняли, что это сарказм. Такие видео уже никто не снимает, но все-таки почему-то остались люди, которые присылают свои номера в специальные группы и, видимо, верят и надеются, что им кто-то позвонит. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Поехали! Какая-то девочка пишет: шоу Катя Адушкина, не пожалеете. Давайте же позвоним, узнаем, пожалеем, не пожалеем. Абонент разговаривает по другой линии. Видимо, немного звонков. Алло, привет, это Катя Адушкина? Да. Это прям ты настоящая? Ну да. А можно задать вопросы? Давай. У тебя скоро выйдет клип, да? Лимонад. А когда он выйдет примерно? Круто. А вы долго снимали этот клип? Клип, ну, месяц точно. Месяц снимали клип? Да. Скажи, а ты можешь спеть несколько строчек из песни? Ну, вот буквально две. Знаю. Просто пока еще секретов песни, просто когда-то выйдет. В смысле, у тебя же в официальной группе уже эта песня опубликована. Это же не секрет. Ладно, спасибо. Я тебя поняла, давай, пока. Какая-то странная Катяночкина попалась. Половина информации о себе даже не знает. Настоящая Катяночкина даже опубликовала историю в Инстаграме, что ее песню можно послушать в ее официальной группе ВКонтакте. А эта девочка сказала, что якобы это секрет, и она спеть ее не может. Тут честно, какая она Катяночкина. О, я нашла настоящие номера Саши Набатчиковой, Софы Набатчиковой. Мне интересно, где она их нашла. Давайте же позвоним. Позвоню я сначала Саше. Алло, это Саша, Айс? Прикольно. А где ты сейчас отдыхаешь? В Минкане. А сколько у вас сейчас времени? Сейчас времени? Ну да. 3:15. 3 часа дня? Да. Так там же разница вроде бы с московским временем 7 часов. То есть, по сути, у вас сейчас должно быть 10. Ну, просто, мне просто телефон не передал время на Минкане. А Софа рядом? А может, тогда Софи дашь трубочку? Ну да. Софа, иди сюда, Соф. Алло, Соф, привет. Это ты? Да. А можно задать вопрос? Сколько у вас сейчас времени? 10. Вы спать уже ложитесь? Нет, мы еще пойдем на пляжу. На пляжу? В 10 часов? Как вам там загорается? Ну, в том-то и дело, что сейчас вечер. Ладно, давайте, удачи вам там отдохнуть. Боже мой, ребят, я у этой девочки спросила, сколько у них времени, и она мне сказала 3 часа. Дело в том, что у меня 3 часа... Ой. У меня 3 часа по московскому времени. И она, видимо, сказала свое время, которое у нее сейчас в городе. Собственно, видимо, она забыла, что там, где отдыхает Саша из Соф Купер, другой часовой пояс. Номер Мэри Сейн. Реально, это она ответила на все вопросы, спела бы бесит. Я думаю, что можно ей позвонить, поскольку шоу XO Life стоит очень много тайн, и можно многое у нее расспросить. Алло. Алло, это Мэри Сейн? Да. Вы можете ответить на несколько вопросов по поводу XO Life? Ну, хорошо, так и они не очень личные. А Марк и Ева действительно встречаются? Ну вот это, честно, меня просил Марк не говорить. Ну, Герман даже влоги снимал про то, как они там встречаются и обнимаются. Это разве личное? Какая сумасшедшая Мэри Сейн, видимо, ее всегда стали своими звонками. В общем, все понятно. Шок номер Марьяны Ро. Звоните, быстро, горячая линия. Давайте позвоним, и, возможно, мы сможем узнать про конфликт Мари Сен и Марьяны Ро. Про это очень многие знают. Алло. Алло, это Марьяна Ро? Да. Обалдеть. А ты можешь ответить на несколько вопросов? Ну, давай. Слушай, я вот недавно прочитала пост в группе ВПШ про Мари Сен и про Германа, то, что у вас там был какой-то конфликт, и также то, что Герман и Мари Сен разбили тебе телефон. Это правда? Конечно же, это правда. Да, ну и можешь рассказать подробности, а то все подписчики как-то ждут. Все в недоумении, кому верить, тебе или Маше. Мы пришли на день рождения и стали разговаривать. Герман напился и начал нести какую-то перепизду. Ну, ребят, как утверждает сама Марьяна Ро,
виноват Герман и Маша. В общем, ребята, что я могу сказать? Мне кажется, что такое никогда не закончится. Какие-то глупые маленькие девочки будут вечно выкладывать свои номера и писать, это Марьяна Ро, это Катя Адушкина, это Саша Айс и так далее. Но я надеюсь, что тебе понравилось это видео, и ты поставишь пальчик вверх, подпишешься на мой канал, ведь именно этим вы меня радуете, а я буду стараться радовать вас. И всем пока! Thank you.